The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Так, мы с тобой появились, Майя? Понятно. Но я вижу твою презентацию. Перетащи. Угу. Да, хорошо, друзья, мы ровно через одну минуту будем начинать наш вебинар Академии продаж Bittrex24. Сейчас пока еще подождем всех тех гостей вебинара, которые подключаются к нам. Наберитесь терпения, буквально через одну минуту мы стартуем. И я вижу, что нам уже задают вопросы. Мы на вопросы будем отвечать во время вебинара. Будем делать специальные остановки для этого. И также в конце вебинара обязательно ответим на вопросы. Вы уже можете начать писать их в чате. Я даже вижу, что уже приходят нам первые вопросы, связанные с планом продаж Bittrex24. В конце вебинара мы оставили специальное время, во время которого обязательно ответим на большинство вопросов, которые вы успеете нам задать сегодня. Друзья, всем добрый день. Начинаем ровно в 15:00 по московскому времени. Начинаем вебинар «План продаж должен быть выполнен». Это первый вебинар Академии продаж Bittrex24 в этом году. Мы, конечно, традиционно проведем сейчас проверку звука и аудио. Если вы нас слышите, поставьте, пожалуйста, плюс. Напомню, что вы можете писать и свои вопросы, и ставить комментарии в окошко «Questions». Вы увидите у себя его в правом углу меню. И мы сейчас посмотрим, насколько хорошо нас слышно. Друзья, ставьте, пожалуйста, плюсы, если слышите хорошо. Если нас слышно плохо, конечно, ставьте минусы, будем разбираться с настройками аудио. Но я очень надеюсь на то, что слышно нас будет нормально. Так, спасибо, Наталья, Александр, Сергей. Замечательно, нас слышно, и с этого момента мы можем начинать. Друзья. Да, кстати, хотела спросить, раз мы идем по порядочку, как нас слышно. Сразу, может, вы напишите, кто из каких городов. Давайте посмотрим, какой масштаб. Слушайте, а ведь очень интересно, действительно. Я буквально сегодня утром прилетел в Москву из Санкт-Петербурга. Я ждала в Москве, Юрия. Да, и я очень наслышан о том, что у нас регистрировались участники из разных городов, не только Российской Федерации. Очень интересно, кто с нами сейчас на связи. Друзья, пишите, пожалуйста, название ваших городов. Итак, с нами Москва, Симферополь, Минск, Кострома, прекрасно. Санкт-Петербург. И даже Астана, Республика Казахстан. Отлично. Екатеринбург, Астрахань, Ростов-на-Дону, Махачкала. Очень много гостей вебинара из Москвы. Тюмень, Минск. Замечательно. Друзья, спасибо вам большое. Давайте мы тоже представимся. Меня зовут Юрий Николаев. Я директор по продажам компании 1С Bittrex. Конечно же, я далеко не всегда хожу в смокинге, как на этой картинке. Сегодня я в таком смарт-кэжуал. И Майя Копысова, она отвечает за... Руководитель проекта Академия продаж. Да, но как вы тоже поняли уже на картинке... Я не всегда такая, да. Да, да, Майя гордится не только своими деловыми достижениями. Я хочу представить вам серебряного призера чемпионата России по атлетическому фитнесу. Да, и Майя это тот человек, который умеет не только достигать деловые цели,
но также и имеет существенный опыт в спортивных достижениях. Я думаю, нам с вами будет интересно побеседовать и об этом. Нам еще важно понять, наверное, чем занимаются сейчас участники нашего вебинара, правда? Да, какие ваши должности? У нас есть три варианта. Первое, вы собственник бизнеса, поставьте один. Если вы руководитель отдела продаж или, допустим, просто руководитель, поставьте два. Третий вариант у нас получается менеджера, то есть вы можете указать. И четвертый, если должность какая-то другая. Просто понять, как вы выстраиваете, как вам тема, то есть кто вы. Друзья, мы на самом деле перечислили далеко не все города, мы даже, боюсь, не сможем сейчас зачитать, потому что у нас здесь с нами и Вышний Волочок, и Новочеркасск, и Караганда, и Киев, Чернигов, Украина, Новосибирск, много-много других городов, но сейчас мы уже видим, итак, мы видим очень много владельцев бизнеса, много руководителей отдела продаж, либо руководителей компаний, видим, с нами есть менеджеры по продажам, замечательно, даже есть старшие менеджеры. И практически нет пока участников, которые занимаются чем-то другим. Но есть, да, либо продажи, либо, возможно, маркетинг. Прекрасно. Отлично. Спасибо вам большое. Мы набрали уже достаточное количество ответов для того, чтобы понять, кому будет полезна эта презентация. И я постараюсь сделать акценты в ней именно на управлении продажами. Потому что, насколько я вижу сейчас нашу аудиторию, в основном это люди, которые либо владельцы бизнеса, либо те, кто управляет продажами и компаниями непосредственно. Итак, давайте поговорим о плане продаж. И я думаю, наверняка вы с планами сталкиваетесь каждый месяц своей жизни, может быть, кто-то даже и каждый день. И очень многие компании узнают о том, выполняют они или не выполняют свой план продаж, только в последний рабочий день месяца. Я знаю, у очень многих компаний такое было в декабре 2017 года, когда о том, выполнили они план или нет, все узнали только 29 декабря. А, возможно, такая же ситуация повторится и в январе. Но тогда возникает вопрос, а почему же компании не удается запланировать или добиться запланированного? Почему компании не выполняют планы продаж? Мы поговорим об этом в сегодняшнем вебинаре, и я хочу задать вопрос, на самом деле это вопрос больше к Майе. Майя, как ты думаешь, вот если взять в среднем любую компанию, такую среднестатистическую, какая вероятность вообще у компании не выполнить план продаж? 50-50. Угу, то есть думаешь... Либо подбрасываем монетку. Либо нет. Да, как в знаменитом анекдоте. Ты встретишь динозавра на улице или не встретишь? Либо не встретишь. Я вам хочу сказать, что Майя изрядный оптимист. На самом деле все гораздо сложнее. Я прочитал исследование очень крупной глобальной компании, которая оценила работу отделов продаж многочисленных предприятий и вывела вот такую вот страшную цифру. 81% компаний не выполняют свои планы продаж больше, чем на 10%. Конечно, вы понимаете меня, речь идет о недовыполнении. То есть это не вопрос, что они, например, перевыполнили и просто не попали в цель 100%, но сделали 105 или 110. Нет, к сожалению, эти компании сделали либо 90% от плана, либо значительно меньше. Юр, ну а что такого страшного? Ну подумаешь, на 10% не выполнил план. Давай порассуждаем. Допустим, компания не выполнила план по продажам на 10%. У нее не хватает 10% от той суммы, которую она планировала потратить. Давайте представим, что будет делать владелец бизнеса. Например, можно выплатить сотрудникам меньше зарплаты. То есть собрать всех и объявить. Вы знаете, в этом месяце мы недозаработали, и, пожалуй, мы на 10% в этом месяце заплатим всем меньше. Я знаю, что некоторые компании так и делают, но наверняка после этого приходится сталкиваться с целыми бунтами коллектива, либо с массовыми увольнениями, потому что сотрудники так не привыкли. Что происходит? Владелец вынужден лезть в свой карман для того, чтобы заплатить людям положенную им заработную плату. Что можно сделать еще? Ну, может быть, можно попробовать недоплатить поставщикам. Например, сказать, если вы арендуете офис, сказать арендодателю, вы знаете, мы недовыполнили план продаж, давайте я вам в этом месяце на 10% меньше заплачу. Или, допустим, вы заказываете в офис чай или кофе, и говорите поставщикам, вы знаете, в этот раз нам на 10% дешевле, пожалуйста, привезите, у нас не хватает денег, мы не выполняем план продаж. Скорее всего, так не получится. Скорее всего, поставщики скажут, вы знаете, ваши проблемы – это ваши проблемы. И будьте любезны, рассчитайте с нами в соответствии с той суммой, которую мы оговаривали изначально. Что же остается делать владельцу бизнеса? Может отчислить меньше налогов? Конечно, мы не будем, Майя, никому этого советовать, потому что потом можно столкнуться еще с более сложными жизненными ситуациями руководителю или владельцу компании.
И поэтому, как правило, собственники выбирают один единственный путь. Им приходится докладывать свои деньги. Юр, ну вот а почему так происходит? Ну, вроде все планируют, вроде все там как-то сопоставляют. Почему? Ты знаешь, Майя, мой жизненный опыт и наблюдение очень многих моих коллег, которые профессионально занимаются продажами, говорит вот о чем. Большинство планов продаж составляется по методу «я ткну пальцем в небо и угадаю правильную цифру». Ну, обычно это выглядит так. Допустим, в прошлом месяце мы собрали, скажем, 100 тысяч. А значит, в этом месяце мы соберем, наверное, на 5% больше. Поэтому наш план продаж – это 105 тысяч. Или, допустим, в прошлом году в январе мы собрали 1 000 000. В этом году рабочих дней поменьше, ситуация выглядит чуть посложнее, конкуренция на рынке обострилась. Наверное, поставлю план 995 тысяч. Ну, пусть будет почти 1 000 000. У большинства, да? Да, Майя, к сожалению, так у большинства. План продаж редко кто детализирует. Но на самом деле это важно и нужно делать. И вот почему. Но смотрите, передо мной сейчас стоит на вершине горы Эверест мужчина, который совершил восхождение. А Майя не альпинистка, но Майя спортсмен, поэтому я спокойно могу задать тебе вопрос. Скажи, когда ты завоевала свою серебряную медаль чемпионата по атлетическому фитнесу, это было просто? То есть вот ты просто в день соревнований вышла, поднялась на подиум и тебе вручили медаль? Нет, это четко спланированное мероприятие. Расскажи, причем, как это было? Причем планируется все детально, то есть ты знаешь дату выхода. И ты четко планируешь каждый день, что ты делаешь, что ты ешь, какие упражнения, сколько раз в день, сколько ты спишь, сколько ты ходишь. Это все расписывается и вырабатывается, то есть вот на уровне ты... Это система, это правильно выстроенная система, это должна быть привычка, ты так должен жить, оно не должно тебя угнетать. А правда, я слышал такое, что нужно выпить чуть ли не 5 литров воды за несколько дней соревнований, причем несколько дней подряд? Да, там есть, скажем так, этап подготовки основной, то есть это тренировка, да, там тренировка, питание. И самый момент перед выходом за неделю, он такой более-менее сложный, это основной слив воды. То есть пьется по нарастающей больше, 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 больше. Ничего себе. А потом прекращаешь на сутки. То есть целые сутки вообще нельзя пить воды? Да, тем самым организм, почки работают, и тем самым то есть человек просто высыхает. Это фантастика. Я даже не представлял, на какие жертвы приходится идти спортсменам, но если мы с вами применим эту ситуацию к нашим каким-то деловым достижениям, ну, как правило, многие сравнивают выполнение плана продаж с покорением Эвереста, особенно если план был амбициозный. Друзья, если я задам вам вопрос, например, я хочу подняться на Эверест, как по-вашему, будет ли это планом? Вы можете ответить мне в чат просто да или нет. То есть мне интересна ваша версия, я говорю, вот я хочу подняться на Эверест, например. Итак, это у нас с вами план или не план? Сейчас придут первые ответы в наш чат. Коллеги говорят, что Майю плохо слышно. Да, Майя будет говорить громче, очевидно. Просто я сижу ближе к микрофону, мне в этом смысле гораздо легче. Итак, друзья, напомню вопрос. Ага, ответы нет, это цель. Друзья, спасибо, все буквально отвечают нет. Но есть один вопрос да. То есть кто-то считает, что подняться на Эверест это план. Давайте я попробую вот так поставить вопрос. Если я хочу подняться на Эверест в мае 2020 года, это у нас с вами цель или план? И я уверен, что очень многие, кто нас слушает сейчас в вебинаре, будут отвечать о том, что... Вот интересно, да, вот... Вдруг кто-то ставил себе такие цели подняться на Эверест? Кстати, цель. Хороший интерес. Люди отвечают цель. Я вижу ответ нет, я вижу ответ это цель, это конкретная цель, я согласен с этим. Действительно, друзья, подняться на Эверест в мае 2020 года это еще не план. И вот почему. Для того, чтобы подняться на Эверест в мае 2020 года, мне нужно подготовить как минимум 60 тысяч долларов, пройти медосмотр, чтобы понять, вообще выдержать такие испытания или нет. Записаться в команду, которая будет подниматься, провести, насколько я знаю, минимум 3 тренировочных восхождения, подняться в базовый лагерь, и уже только потом, выполнив все эти действия, я смогу подняться на Эверест в мае 2020 года. Или не смогу, в зависимости от того, насколько я активно буду идти к этой цели и насколько я смогу справиться с этим планом. Друзья, я думаю, теперь понятнее разница между целью и планом. Наверняка вы сами для себя это хорошо понимаете и, может быть, даже применяли, практиковали в жизни. Когда вы ставите план, вы не только описываете цель, которой вы хотите добиться, но вы также соизмеряете ее с ресурсами, которые у вас есть. То есть вы понимаете, что вам придется сделать,
для того, чтобы этот план оказался выполнен. Итак, давайте попробуем с вами тогда составить какую-то формулу, что нам нужно для того, чтобы был выполнен план продаж. Майя, скажи, ты знаешь эту формулу? Ну, Юр, я ее так знаю, поскольку я больше как бы понимаю принцип. Ну, то есть, что нужно сделать, что сопоставить, но вот это мне математикой кажется. Хорошо. На самом деле, действительно, это высшая математика. То есть, формула, которую вы видите сейчас перед собой, это бином Ньютона. И она, конечно же, к продажам не имеет никакого отношения. Но очень часто руководители отделов продаж, если владелец бизнеса или генеральный директор ожидает от них, что они представят им план продаж, и когда говоришь, сформируй план продаж, опиши, каким образом ты его добьешься, люди сразу почему-то в голове представляют себе такой же бином Ньютона, что план продаж легче угадать, чем составить или сформулировать. На самом деле у плана продаж есть очень четкая и понятная формула. Я с огромным удовольствием с вами ею поделюсь. План продаж всегда в любом бизнесе должен состоять из двух частей. Есть выручка от продаж, которая разделяется на выручку от продаж новым клиентам и от продаж уже вашим существующим клиентам. Что значит выручка от продаж новым клиентам? Вы получаете какие-то заявки. Сейчас принято называть их лиды. То есть вы получаете лиды. Это может быть интерес, проявленный людям, которые отправляли вам письма по электронной почте, звонили вам, заходили в ваш магазин, заполняли, возможно, CRM-формы, которые вы публиковали. Да, писали что-то в онлайн-чате. Вы получили их контакты. Допустим, таких людей в течение месяца 100. Или давайте даже возьмем цифру побольше. Допустим, их 1000. И, конечно же, не вся эта 1000 что-то купит у вас. Многие пришли просто прицениться. Они посмотрят, они сравнят ваши товары. Может быть, купят у вас, может быть, купят у конкурента. В результате всегда есть какая-то конверсия. Конверсия – это относительный показатель. Если лиды, мы с вами знаем, что это какое-то определенное количество, то конверсия – это процент тех людей, которые совершили какое-то нужное нам действие. В данном случае это процент потенциальных покупателей, новых, которые совершили у вас покупку. Мы берем 1000 лидов, умножаем на эту конверсию, допустим, это 5%, и получаем 50 покупателей. 50 покупателей оставили у нас какие-то деньги. Мы умножаем эту сумму на средний чек. Здесь очень хороший момент. Когда мы говорим про средний чек, почему-то очень многие компании не умеют считать этот показатель. Я хотел бы поделиться самым простым примером. Допустим, у компании есть два товара. Один стоит 100 рублей, и другой стоит, например, 500 рублей. Майя, как ты думаешь, какой будет средний чек? 250. Нет, не 250. Это распространенная ошибка. Я подловил сейчас немножко Майю, конечно. Но да, это наша заготовка, вы понимаете. На самом деле недостаточно данных, чтобы посчитать средний чек. Нужен третий. Нужно, третий, да. Четвертый, пятый. Нужно знать, сколько товара по 100 рублей было продано и сколько товара по 500 рублей было продано. Допустим, по 100 рублей было продано 10 единиц товара, а по 500 рублей всего лишь 2. Мы получим выручку, которую разделим на количество сделок. И тогда мы узнаем наш средний чек. Итак, мы берем лиды, 1000 человек, умножаем на конверсию 5%, и на средний чек, который у нас составляет, ну, например, давайте я для разнообразия приведу валюту американские доллары. Допустим, $50. И у нас есть 50 покупателей, которые в среднем приносят нам по $50. План продаж от новых клиентов составит у нас с вами сколько? $2500. 50 умножить на 50. То есть это та сумма, которую вы рассчитываете получить от привлечения новых клиентов. Почему важно это просчитывать? Потому что вы можете увеличивать этот план, увеличивая количество лидов, либо конверсию, либо средний чек. Важно понимать, что ваш маркетинг должен работать на привлечение новых посетителей. Хорошо, когда маркетинг работает на узнаваемость бренда, но этого недостаточно. Важно, чтобы маркетинг приносил вам лиды тех, кто заинтересован в покупках. И тогда вы получите какие-то деньги. Но ведь кроме новых покупателей есть еще те, кто уже у вас что-то покупал. Есть какая-то ваша клиентская база. И поэтому для того, чтобы посчитать план продаж, недостаточно оценить прогнозируемую выручку от новых клиентов. Надо тоже взять размер вашей клиентской базы. Например, это 1000 постоянных покупателей. Допустим, 1000. Посчитать процент повторных покупок. Например, из этой 1000 в месяц в среднем каждый раз покупает, допустим, 10%. То есть 100. И взять средний чек. Возможно, средний чек будет такой же $50.
В этом случае план продаж для повторных клиентов составит $5000. 2500 плюс 5000 равняется $7500. Мы с вами составили математическую формулу плана продаж. И вот здесь возникает интересный момент. Собственно, чем же заниматься, наверное, да? Ну да, либо удержанием, либо привлечением новым. Юра, вот как ты считаешь? Вот... Я хотел бы, чтобы... Мне ближе новый, например. Понимаю тебя. Но я бы хотел не своим мнением поделиться, а, опять же, статистикой из довольно интересных исследований. Есть глобальные исследования, которые показывают, что привлечение одного нового клиента в среднем обходится компании на 700% дороже. 700% – это в 7 раз больше. По сравнению со стоимостью уже существующего клиента. Это затраты на маркетинг, это затраты на какие-то рекламные активности и многое-многое другое. Хорошо, Юр, но ведь старые клиенты платят дешевле. Там есть различные акции, скидки, бонусы, мероприятия. То есть вот они уже с тобой. Ох, Майя, это очень распространенная иллюзия. На самом деле то же самое исследование говорит нам, что средний чек старого клиента, как правило, на треть выше, чем средний чек нового клиента. И мне кажется, что это логично, потому что на самом деле многие компании пытаются удержать старого клиента скидками, хотя нужно эти деньги тратить на привлечение нового. Вот, Юр, вот смотри, а вот ресторанный бизнес, как там быть? Вот, например, зачем мне удерживать старого клиента, который постоянно ходит обедать в это заведение? Ну, потому что мне там нравится, нравится обстановка, мне нравится там все, еда, там, напитки. Лучше карту отдать новому, чем давать ее мне, разве не так? Безусловно. И это, опять же, вот пример распространенной иллюзии о том, что люди остаются с вами ради скидок. На самом деле нет. Мы об этом тоже позже поговорим. Но вообще важно помнить, есть правило такое, закон Паретто. И закон Паретто прекрасно работает и в продажах тоже. То есть, как правило, 80% денег, которые вы зарабатываете, которые приносят вам ваши продавцы или, собственно, приносят ваши покупатели, их приносит 20% вашей клиентской базы. И здесь очень важно понять, кто эти 20%, какие их ключевые нужды и потребности, и качественно спланировать работу с ними. И, наверное, здесь у вас тоже возник вопрос. Хорошо, есть старые клиенты, мы сосредоточимся на работе с ними. Так, может быть, новых тогда вообще не привлекать? Вы знаете, на самом деле нужно. Потому что каждая компания, какой бы выдающейся она ни была, но она теряет в среднем в течение года от 10 до 30% своих платных клиентов. По разным причинам. Это могут быть естественные причины. Клиенты умерли. Клиенты перестали покупать, уехали в другую страну. Они начали новый бизнес, у них другие потребности. Ну, да. И многое-многое другое. Поэтому ваша клиентская база, ваши существующие клиенты через 3 года могут полностью покинуть вас. И вам нужно будет кем-то их заменить. Поэтому привлечением все равно нужно заниматься. И делать это постоянно. Я думаю, важный вопрос, который может возникнуть при планировании продаж. Хорошо, а почему же они уходят? Может, они уходят к конкурентам, потому что там цены ниже. Может быть, нам надо сосредоточиться может, вот именно там более лояльные продавцы, на конкурентной сервис. Борьбе. Ты знаешь, я думаю, ты права. Опять же, это же исследование показало, что примерно 2/3 ушедших клиентов, они прекращают работать со своими поставщиками, с которыми они были долгое время, потому что чувствуют недостаточную заботу о себе. Иногда даже обиду на поставщика. Ты позволишь, я приведу из своей жизни пример. Я вообще часто летающий такой пассажир разных авиакомпаний. И у меня был в жизни кейс, когда я пользовался услугами одного очень крупного билетного агрегатора. То есть я покупал билеты не на сайтах авиакомпаний, а на сайте билетных касс, назовем это так. То есть компания, которая продавала авиабилеты. И я покупал у них билеты очень-очень часто, очень-очень долго. Но в какой-то момент они меня сильно подвели. И я обратился к ним за помощью, решить этот вопрос они могли буквально за минуту. К сожалению, компания не только не решила его, но и достаточно грубо указала мне на, собственно, то, что делайте как все. А в результате, конечно же, я перестал покупать там авиабилеты. И для этой компании, на самом деле, это гораздо более сильная потеря, чем для меня. Потому что поставщиков много. Но я приносил этой компании достаточно большие деньги. Не потому, что я какой-то такой особенный. Я просто привожу аналогию, как работает сейчас современный бизнес. Уход покупателя, который приносит большие суммы, это огромная потеря в показателе LTV или пожизненной ценности клиента. То есть, когда от компании уходит клиент, который платит регулярно, компания теряет гораздо больше, чем если уйдет один богатый, но плативший всего лишь один раз.
И всего лишь 16% уходят потому, что конкурент предложил дешевле. Вот им понравилась цена, там она чуть-чуть ниже, поэтому я уйду. Друзья, я хочу призвать вас подумать над тем, как сегодня вы удерживаете ваших клиентов. Что вы делаете для того, чтобы они помнили о вас, чтобы они чувствовали заботу и оставались с вами. Это важный момент, который тоже поможет нам в рассуждениях о выполнении плана продаж. Ну и, наверное, перейдем к ролям, да? Кто должен, собственно, следить за выполнением плана? У меня вот сколько я работаю в продажах, у меня вечный вопрос, кто вообще должен быть руководителем отдела продаж? Лучше продажник, ну то есть это самый боевой, самый смелый, самый, в общем, мотиватор. Или же это системный такой планировщик, который знает, что будет, то есть может все спланировать, спрогнозировать, стратег, назовем его так, да? Юр, ответь мне, вот у меня этот вопрос мучает всю мою жизнь. Майя, обязательно отвечу. Перед этим отвечу на несколько вопросов наших посетителей вебинара. Люди поделились, что не совсем понятно по поводу среднего чека, и показалось, как будто старый клиент платит всего 1/3 от того, что приносит новый. Нет, это на 33% больше. Там можно было бы поставить плюсик. То есть, если я вернусь на предыдущий слайд, средняя цифра говорит о том, что средний чек старого клиента на 33% больше, а не 33%. Спасибо большое за то, что вы нас поправили. Мы действительно не указали здесь плюс. То есть, это больше цифра. И был вопрос, можно ли ссылку на исследование. Об этом скажу в конце нашего вебинара. Давайте перейдем к позиции руководителя отдела продаж. Кто этот человек? Чем он должен заниматься? Знаете, я хотел бы такое шуточное исследование провести. Если мы сравним отдел продаж с самолетом и руководителя с его пилотом, то какому пилоту вы бы доверили управлять вашим самолетом? Если тем, которые слева, поставьте, пожалуйста, циферку 1. Если тем, которые справа, поставьте цифру 2. И мне очень интересно, как распределятся голоса в нашем вебинаре. Да, тут даже задают вопрос, каким именно самолетом, Боингом 733 или каким-то другим. Ну, давайте представим гипотетический самолет, скажем, Аэробус 321. Не суть важно. Так, третьего варианта у нас нет. Друзья, у нас есть вариант 1 или вариант 2. То есть, скорее всего, вариант 3 предполагает, что ни одному из них. Итак, большинство отвечает, что со вторыми. С первыми у нас какое-то подавляющее меньшинство. Да. Друзья, но тогда хочу задать вопрос, почему? Ведь и там по два пилота. И там главный пилот с усами. И у одного пилота есть какие-то приборы в кабине, и у другого пилота есть какие-то приборы в кабине. Но очевидно, мы предполагаем о том, что пилоты, которые у нас находятся справа, они более опытные. Друзья, на самом деле от позиции, от должности руководителя отдела продаж для выполнения плана продаж будет зависеть очень многое. И мы с вами, если в наших компаниях нет руководителя отдела продаж, то эту должность приходится номинально занимать владельцу компании или генеральному директору. Поэтому если в вашем бизнесе руководителя отдела продаж сейчас нет, я рекомендую серьезно подумать над тем, как вам найти такого человека. Потому что это первый человек, который будет ставить правильный план продаж и следить за его выполнением. Что он должен делать? По сути, у него есть 4 менеджерские функции. Он должен планировать, мы говорим о плане продаж, он должен делегировать задачи, контролировать их выполнение и строить правильную мотивацию персонала. Конечно, мы говорим об отделе продаж. То есть он должен следить за тем, чтобы продавцы были мотивированы. Давайте поговорим об этом всем. Нам задают вопросы, когда же мы перейдем к каким-то практическим примерам, например, с применением продукта Bittrex24. Друзья, да буквально прямо сейчас. Я еще одну картинку хочу вам привести. Майя, скажи, ты знаешь, кто на ней изображен? Да, это, в общем, Железный человек и Мистер Америка, по-моему, да? Да, да, Капитан Америка. Это команда Мстителей. У меня всегда возникает вопрос, почему они сражаются друг с другом? Они же должны мир спасать. Но очень часто так происходит между руководителем отдела продаж и, например, директором по маркетингу или начальником отдела маркетинга. То есть люди, которые должны рука об руку делать какие-то задачи совместно, к сожалению, не делают их. Друзья, опять же, небольшой опрос хочу провести. Скажите, если в вашей команде и отдел продаж, и отдел маркетинга имеет единые KPI, связанные с планом продаж, ну или говоря проще, получает премию за выполнение плана продаж, поставьте, пожалуйста, 1. Если же это разные премии, или, например, премию получает только отдел продаж, или только отдел маркетинга, поставьте, пожалуйста, 2.
Довольно интересно понять. Так, два. Друзья уже начали отвечать. Что звук? Вы знаете, нам говорят о том, что пропадает звук. Надеюсь, что не у всех, потому что я вижу, приходят ответы. Это значит, что большинство участников вебинара нас все-таки слышит. Юр, получается, что руководитель продаж работает. А что делает продавец-то? Май, давай до этого еще чуть-чуть дойдем. Хорошо. Потому что все-таки у нас пока сейчас мы говорим о том, как руководитель отдела продаж работать вместе с руководителем маркетинга. Друзья, любопытное исследование получилось. То есть в большинстве компаний у отдела продаж и отдела продаж разные цели. Вот в данном случае тоже так. Капитан Америка и Железный Человек почему-то имеют какие-то разные цели. Но на самом деле, если объединить ресурсы маркетинга и продаж, то в среднем компания, где есть автоматизированные системы для управления продажами и маркетингом, например, все работают с помощью CRM, такие компании показывают рост прибыли в среднем на 27% выше, чем те компании, в которых продажи и маркетинг работают порознь. Рост удержания существующих клиентов увеличивается где-то на 36%, то есть клиенты чаще и регулярнее платят повторно. И примерно на 38% увеличивается количество выигранных сделок. Как это происходит? Я хочу показать на примере Bittrex24. В нашем продукте мы имеем несколько инструментов для автоматизации продаж и маркетинга, которые помогают добиваться вот такого роста результатов. Перед этим скажу еще об одном моменте по поводу маркетинговых активностей. Вы знаете, мы тоже проводим регулярно какие-то определенные маркетинговые активности, например, акции. И я хочу вам показать сейчас секретную табличку. На ней нет цифр, но понятна динамика. Допустим, мы проводили акцию в декабре 2017 года. Мы запланировали большое количество разнообразных активностей. И это касалось не просто объявления, например, о скидках. Это было различного рода информирование клиентов. Это были специальные приемы, которые продавцы могли использовать. Это были смс-рассылки для клиентов и наших партнеров, автоматические звонки и так далее. И потом мы наложили все эти активности на карту, на динамику выручки, как отдельный, простите, перескочил на другой слайд, например, по акции. И мы увидели, какие из них влияют лучше, какие влияют хуже. Почему важно их планировать? Потому что люди сейчас ведут себя в целом понятно и прогнозируемо. Большая часть людей начинают поиск информации о товарах или услугах в интернете через поисковые системы. Об этом нам может подсказать, например, Google Consumer Barometer. Достаточно известный инструмент. То есть, если ваша компания плохо выводится банально в результатах выдачи в Яндексе или в Гугле, то 43% клиентов найдут вас, 57% клиентов сначала найдут конкурентов. После того, как они найдут даже вас, они все равно будут сравнивать. И 64% клиентов, по данным Google Consumer Barometer, сравнивают от 2 до 5 статей о товарах или услугах перед тем, как сделать свой выбор. И если в вашей компании нет контент-маркетинга, если вы не формируете текстовый или видеоконтент о том, что вы продаете, что вы производите или какие услуги вы оказываете, то высокая вероятность, что ваши клиенты сравнят это с кем? С конкурентами. Они почитают статьи о них и пойдут покупать у них. Ну и еще один момент, который очень важно планировать и использовать, это email маркетинг. Это инструмент, который позволит вашей компании получить максимальный ROI, потому что он дешевый. Это максимальная отдача от вложенных в маркетинг средств. И давайте я на примере Bittrex24 покажу, как это можно использовать. Например, при работе с новыми клиентами или даже существующими на разных этапах воронки продаж вы можете настраивать различных роботов. Мы называем их роботами, по факту это какие-то маркетинговые действия и не только маркетинговые. Вот, к примеру, воронка продаж, на каждом этапе которой настроены различные роботы. Что делают роботы? Роботы либо каким-то образом связываются с клиентом. Например, робот может автоматически отправить клиенту письмо, если клиент подтвердил регистрацию, допустим, на вебинар. Или если клиент сделал у вас какой-то заказ. Или если клиент оплатил. Кроме письма, конечно же, может уйти, например, SMS или уведомление в Viber. Или даже может состояться автоматический звонок с заранее записанным голосом какого-то известного актера или просто хорошего человека. Или просто брошенные корзины. Да, или просто робот отработает по брошенной корзине. Робот может назначить задание для менеджера. В случае, если клиент позвонил вам и попал на какой-то этап воронки продаж, робот назначит задание менеджеру связаться с ним незамедлительно. И менеджер не пропустит важный запрос от клиента. Робот может назначить задание, если увидит, что менеджер непродуктивно долго работает с клиентом. Например, клиент уже недели
ожидает, а какого-то предложения от компании не получил. И даже дать робот может дать уведомление руководителю этого менеджера, что что-то пошло не так. А также роботы могут помочь показать рекламу. Они могут добавить клиента в аудиторию различных рекламных площадок Яндекс или Google, Facebook или ВКонтакте. И как только клиент совершает какое-то действие и переходит на новую стадию воронки продаж, опять же, допустим, он оформил заказ, но не заплатил. Ушел, бросил корзину, вот то, о чем говорила Майя. В этом случае ему можно позвонить, можно написать, а можно продолжать ему показывать рекламу, например, со спецпредложением. Ты забыл. Да. Предложить купить ему этот товар, но на 1% дешевле. Ну, сказать, да, что это специальное предложение, которое действует только для него и только, например, 2 дня. Но именно эта реклама будет показываться этому клиенту везде. В Фейсбуке, в Гугле, куда бы он ни зашел. Вот что делают роботы. И это можно использовать как для привлечения клиентов, так и для удержания. Однако это еще не все. Друзья, очень хорошая новость, что буквально с этой недели уже всем владельцам Bittrex24 стали доступны наши инструменты CRM-маркетинга. Инструменты CRM-маркетинга, они работают немножко по-другому. Это похоже на действия роботов, потому что это тоже разные маркетинговые активности. Однако они срабатывают не в какой-то момент попадания человека на ту или иную стадию воронки продаж. Они срабатывают тогда, когда это нужно вам, когда вы это спланируете. Вы определяете сегмент вашей клиентской базы. Например, все клиенты, которые покупали у нас, допустим, мы продавец мобильных телефонов, все клиенты, которые когда-нибудь покупали у нас iPhone. И отправляем им письмо о том, что выходит новая модель iPhone, например, iPhone 11. Друзья, не пропустите важное событие. Кто закажет заранее, тот получит их первыми. Или же вы выбираете сегмент вашей клиентской базы, которые давно не делали никаких покупок. Ну, к примеру, это клиенты, которые раньше у вас покупали, но последние 3 месяца от них ничего не слышно. Или полгода. И вы опять же отправляете им какое-то предложение в письме, по электронной почте, или с помощью смс-рассылки, или в мессенджеры, например, в Viber или в Telegram. Сделай заказ сейчас, чехол в подарок. Да, сделай заказ сейчас, чехол в подарок. Или же приглашаете известного актера, ну, я даже не буду сейчас приводить какой-то пример, допустим, приглашаете знаменитого музыканта Валерия Меладзе, да, и он записывает для вас, если ваша компания настолько богатая, что сможет оплатить услуги такой приглашенной звезды, конечно, на его месте мог быть кто угодно, хоть даже Элис Купер. Вот. Он записывает обращение к клиентам, и вы делаете автоматический звонок по вашей клиентской базе. Вы удивитесь, но эти вещи прекрасно работают. На нашем примере мы делали такие автоматические звонки клиентам, которые оформляли заказ на нашем сайте, но не успевали заплатить. Мы делали автоматический звонок с напоминанием, что специальные условия закончатся на этой неделе, и конверсия достигала, вы не поверите, 25%. Это замечательный результат, когда из 100 брошенных корзин 25% возвращаются к вам и делают покупку. Друзья, это одна из возможностей, которая позволяет делать CRM-маркетинг в Bittrex24. Что еще возможно делать? Возможно также создавать рекламные кампании. И в данном случае уже будут работать не просто роботы, которые добавляют клиента в рекламную аудиторию Google или Яндекс, Facebook или ВКонтакте, а вы сами будете выбирать сегмент, кому вы хотите показывать рекламу. Это может быть, например, группа клиентов, вы даже можете выбрать по каким-то признакам возрастным. Например, вы знаете, что у вас чаще всего покупают женщины возраста от 25 до 45. Вы формируете такой сегмент вашей клиентской базы и показываете именно этому сегменту на площадке, которая вам нужна, или на всех площадках специальное предложение, которое именно для этой возрастной группы. Или для мужчин-охотников. Вы выбираете для себя мужчин-охотников и показываете рекламу именно им. Тут Юр вопросик задает. Робот – инструмент продаж или маркетинга? Друзья, спасибо за этот вопрос. Вы знаете, робот – это инструмент и продаж, и маркетинга. На самом деле я не разделяю здесь продавцов по левую сторону, например, а маркетологов по правую сторону. Для меня они, как Капитан Америка и Железный Человек, должны быть в одной команде. И эта команда должна преследовать единую цель – выполнение плана продаж. На самом деле и роботы, и CRM-маркетинг, они позволяют правильно спланировать работу и команды маркетинга, и команды продавцов для того, чтобы добиться максимального результата. Друзья, что фактически вообще можно использовать? То есть чем мы можем усилить работу наших продавцов? Мы можем использовать, например, специальный план лидогенерации.
Да, это и реклама в поисковых сетях, это и social media маркетинг, так называемый, продвижение в Facebook, ВКонтакте, многих других социальных сетях. Конечно же, можно использовать с помощью CRM-маркетинга разные акции и специальные предложения. То есть можно предлагать клиентам различные скидки, промокоды, купоны, но не всей клиентской базе, а только определенной части. Вы знаете, был смешной случай, когда Uber только заходил в наши страны, и, например, я пользовался Uber, и моя жена пользовалась Uber. И я очень удивился, когда Uber прислал промокод на несколько поездок новых. И поверьте, мы уже были опытными, ну, мы много ездили, то есть это был не тот промокод, который Uber присылает на первую поездку. Но жена получила скидку 50% на поездки до конца месяца, а я нет. Я очень удивился, я сказал, ну как же так, я же ездил больше, почему Uber поощряет жену? А потом я понял, на самом деле она не ездила последние несколько недель, и Uber тем самым решил реактивировать ее. Очевидно, они сформировали определенный сегмент и сделали предложение только для тех, кто не ездил последнее время, для того, чтобы они вернулись в машины и начали ездить. Вот. А я езжу и так часто, зачем мне предлагать скидку 50%? Резонно, правда? Ну и, конечно же, сейчас есть такое понятие, как retention marketing, маркетинг удержания. С помощью CRM-маркетинга вы можете планировать email-рассылки, делать специальные рассылки в социальных сетях, формировать программу лояльности. Я очень люблю приводить пример, мое любимое издательство «Манн, Иванов и Фербер». Они замечательно работают с email-рассылками, и я уже забыл, когда последний раз что-либо покупал на их сайте, просто потому что я зашел и подумал, а неплохо было бы купить какую-то книжку. Нет, мне регулярно прилетают письма от «Манн, Иванов и Фербер» с предложениями купить ту или иную книгу, обратить внимание, и я иду к ним на сайт, и я покупаю. В данном случае они занимают проактивную позицию, не ждут, когда я приду сам, а предлагают мне интересные варианты. Email-маркетинг работает, SMS-рассылки работают, множество других инструментов работают, главное, чтобы вы их применяли. Друзья, мы переходим дальше. И я очень быстро пробегу по тем инструментам, которые тоже должен использовать руководитель отдела продаж, делегирование и контроль. Ну, понятное дело, что он должен ставить задачи своим подчиненным. Мы говорим про менеджеров по продажам. То есть, понятное дело, что задачи должны быть поставлены по смарту. Если вы еще не используете, погуглите, пожалуйста. То есть, задачи должны быть достижимыми, измеримыми, поставлены в конкретное время, реалистичными и так далее. Руководитель отдела продаж должен назначать контрольные точки. Он должен проверять, справляются ли с этими задачами его подчиненные или нет. Выполняют они планы, которые он поставил по звонкам, по встречам, по выручке или не выполняют. Конечно, очень помогут в этом скрипты продаж. То есть, опять же, руководитель может помогать скриптами продаж своим подчиненным и, главное, следить за тем, применяют ли они их. Есть сторонники скриптов продаж, есть противники. Я не буду занимать ту или иную позицию. Скажу лишь, что я знаю множество примеров, когда скрипты продаж хорошо работают. Но даже если в вашей компании их нет, вам очень хорошо поможет понять, как работают ваши продавцы, метод тайного покупателя. И вы знаете, это то, о чем знает подавляющее большинство слушателей нашего вебинара, но, к сожалению, я даже не буду задавать этот вопрос, его редко применяют. А вы можете попросить вашего друга, вашего брата, вашу жену, кто женат, или даже вашу маму, попросить проверить, насколько хорошо ваша компания работает с клиентами. И просто сделать заказ, позвонить по телефону, написать в чате на сайте у компании или по электронной почте и посмотреть, как вас будут обслуживать. Парадоксально, но применение тайного покупателя позволяет во многих компаниях поднять выручку на 30-40%, потому что продавцы становятся более собранными, понимают, что за ними следят, и работать нужно эффективнее, и понимают, что будет какая-то обратная связь. Ну и, конечно, руководитель отдела продаж собирает отчетность о действиях продавцов, и опять же в этом CRM помогает ему лучше всего. Например, в Bittrex24 CRM он будет видеть не только итоговые результаты, что получилось сделать у продавцов, но он будет видеть все их действия, кому они звонили, сможет даже прослушать эти звонки, он будет формировать отчеты по действиям своих продавцов. И, конечно, очень важно делать это регулярно. Ну, я думаю, вот здесь тоже, вот я хотел бы ответить на вопрос, который задавала мне Майя. Хорошо, если руководитель отдела продаж так важен, то что же, собственно, остается делать продавцу? Да. Да, в чем его роль? Друзья, вы знаете, я бы сказал здесь чуть-чуть по-другому. Еще одна задача руководителя отдела продаж, чтобы его продавец был очень хорошо мотивирован. Вот почему это важно. В большинстве компаний и так есть система мотивации. Друзья, я хочу задать вам вот такой вопрос. Если в вашей компании система мотивации есть, и она включает в себя, например, зарплату плюс какие-то проценты продавцам, допустим, бонусы, проценты. Здесь уже есть вопросы про мотивацию. Да, обязательно отвечу на него, у нас будет время. Поставьте, пожалуйста, плюс.
Если в вашей компании есть система мотивации, которая включает в себя что-то еще, кроме зарплаты, бонусов и процентов, поставьте, пожалуйста, два плюса. Итак, друзья, если система мотивации есть бонусы и проценты, поставьте плюс. Если есть бонусы, проценты и что-то еще, поставьте плюс-плюс. Если нет никакой, если продавцы работают только на зарплате, поставьте минус, пожалуйста. Итак, друзья, смотрим. Итак, есть уже ответы. Есть компании, в которых система мотивации состоит из зарплаты процентов. Таких большинство на самом деле. Есть компании, в которых есть и зарплата, и проценты, и что-то еще. Замечательно. Вы знаете, большая часть компаний работает с зарплатой и с процентами. Практически я не вижу минусов, чтобы кто-то работал вообще без системы мотивации на одной зарплате. Но это чудесно. Менеджеры пишут, что есть. Да, но есть менеджеры, которые пишут, что есть. Друзья, важный момент, почему хочу об этом сказать. На самом деле мотивация – это не то, что мы с вами думаем. Это не деньги, которые мы платим нашим продавцам. Мотивация – это некая внутренняя часть, которая двигает человека на подвиги, на достижение целей. Например, Майя, скажи, как много тебе заплатили за твою победу в чемпионате? Я бы сформулировала этот вопрос иначе. Сколько я заплатила за участие? Кошмар! Тебе еще пришлось... Ну, я надеюсь... Это затраты, это к разговору выстроения планов. То есть ты должен рассчитать свои бюджеты. Хорошо. Приз... Ну так. Понимаю, понимаю. Это с минуты славы назовем это. То есть тебя мотивировало что-то другое? Да. Хорошо, друзья, я бы хотел сказать, на самом деле у нас с вами есть два инструмента, которые воздействуют на мотивацию продавца, на ту самую внутреннюю движущую силу. Есть инструмент стимуляции, это те самые плюшки и кнут и пряник. Да? Это премии, а может быть штрафы. Это премии при достижении целей и отсутствие премий при их недостижении. Это стимуляция, это стимулы, которые заставляют человека добиваться каких-то результатов. Но есть еще активация. Это нематериальные факторы. Например, это рейтинг продавцов. Или дипломы. Или тортик, который директор вручает отличившемуся продавцу. Или какой-то, не знаю, магнит, который привозит продавцу перевыполнившему план. Или билет на мастер-класс, например, Максима Батырева, знаменитого комбата, для самых лучших продавцов. Много-много других есть способов, которые не являются прямыми методами стимуляции, но активируют мотивацию человека, и в результате продавцы начинают продавать больше. Мы рекомендуем ставить планы продаж, например, в Bittrex24, не только по направлениям сделок или по всей компании. Мы рекомендуем ставить планы продаж по каждому из людей. На самом деле именно это работает лучше всего. Да, безусловно, бывают бизнесы, в которых работает 1-2 продавца. И там эффективнее поставить сразу план на всю компанию, либо, например, на направление вашего бизнеса. Допустим, оптовая торговля или розничная торговля. Скажем, сборка мебели или продажа готовой мебели. Но если у вас отдел продаж состоит из нескольких человек, то мы рекомендуем детализировать план продаж до индивидуальных планов и связать вашу систему мотивации с выполнением этих планов. Потому что у любого человека есть определенный внутренний потолок. Даже самый успешный продавец имеет для себя какую-то цифру, например, это, не знаю, $5000, добиваясь которой уже 6 или 7 для него не так важны. Главное, он добился своей цели, $5000. Но ведь руководитель компании хочет, чтобы он принес больше. И поэтому система мотивации должна стимулировать продавцов добиваться большего и активировать их для достижения этих целей. И план продаж Bittrex24 позволит вам следить за тем, как они справляются со своими индивидуальными планами в каждый отдельно взятый момент времени. Например, прямо сегодня вы будете знать, что происходит. Я хочу последний пример из своей жизни привести. Недавно я закрывал счет в одном банке, в котором я обслуживался очень-очень долго. И я был достаточно, мне кажется, таким дорогим клиентом этого банка, но когда я зашел в отделение, я увидел 4 скучающих менеджеров. Я обратился к ним и спросил, там не было, к сожалению, системы, которая выдавала бы талончики. Я задал вопрос, скажите, а кто поможет мне закрыть счет? Вы знаете, в ответ была тишина. Парадоксально, но они переглянулись, и никто не ответил мне. Скажу честно, я разозлился. Я пошел к руководителю этого отделения. Я захожу, вижу на ее стене, сейчас я перелистаю немножко план, вот такую вот картинку. А это было в ноябре прошлого года, и эта картинка была по состоянию почти на конец месяца. То есть это 20, например, 2 ноября. Юр, до конца. Извини, перебью, вот как раз и хотела сказать, ведь продавцы могут из кожи вам лезть, стараться. Как-то вот, ну, разве не важно, чтобы продукты были качественные, чтобы товары, важно, чтобы сервисы. Важно, безусловно. Но ведь мы в конечном итоге
заключаем сделку с конкретными людьми. Да, мы выбираем те или иные продукты, те или иные компании. Но, например, в этом примере вот есть конкурентные банки. Мне важно было получить качественный сервис в этом банке. Что мы видим с вами на этой табличке? Мы видим огромное количество людей, работающих в банке, не выполняющих свои планы даже близко. И я думаю, они такие грустные были не потому, что они не выполняют свои планы. Я думаю, что они не выполняют свои планы, потому что они такие грустные. Или просто игнорирующие своих клиентов. Да. Вы знаете, в одной из интересных книг, которая называется «Чемпионы продаж», ее автор Мэтью Диккенсон, я нашел ссылку еще на одно исследование. Его проводила компания Corporate Executive Board. Они оценили, какие факторы влияют на лояльность клиента к компании. Совершит он у нее вторую покупку или нет? Купит он второй раз или нет? И это моя отчасти ответ на твой вопрос. Да. Почему мотивация важна? А влияние самой компании, насколько она известна, насколько у нее классный бренд, оно оказалось всего лишь на уровне 19%. На таком же уровне оказалось качество продукта. Соотношение цена-качество вообще только 9% влияния. И больше половины людей в этом исследовании показали, что для них самым важным был процесс их покупки. То, как им продавали. Это было хорошо или плохо, качественно или некачественно, понравилось им или не понравилось. В результате они принимают решение, купят они что-то у этой компании снова или нет. Друзья, для того, чтобы выполнить план продаж, вам нужны мотивированные и квалифицированные продавцы. Поверьте, от них очень много будет зависеть. Bittrex 24 может помочь вам следить за их действиями, но это ваша роль сделать так, чтобы они работали с максимальной отдачей. Друзья, мы подходим к концу нашего вебинара, мы будем сейчас отвечать на ваши вопросы и хотим просто дать вам в завершение несколько полезных советов, которые вам позволят выполнять ваши планы продаж. Первое. Ваш план продаж должен быть детальный. Он не должен состоять просто из одной цифры – миллион долларов. Это должна быть детализированная формула, то есть вы должны понять, откуда вы получите эти деньги и какие активности вам нужно применить для того, чтобы вы их получили. Второе. Мы рекомендуем вам автоматизировать продажи и маркетинг. Сделать так, чтобы они работали одной единой командой. В Bittrex 24 вы можете это делать с помощью различных инструментов. Можете с помощью автоматизации, которая есть в нашей CRM. Можете делать с помощью CRM-маркетинга, который с этой недели стал доступен всем нашим клиентам без исключения. Сейчас его функционал находится в режиме бета-тестирования. Там возможны вопросы или даже, может быть, какие-то неполадки. Мы будем благодарны за обратную связь. Если что-то будет работать не так, мы с удовольствием об этом узнаем и, конечно же, быстро поправим. Ну и третье. Вам нужна система мотивации для ваших продавцов. Дорогие друзья, наша часть, которая касалась выполнения плана продаж, на этом закончена. Я с радостью буду отвечать на ваши вопросы и после вебинара. Специально для этого вот мои контактные данные, мой мобильный телефон и адрес электронной почты. И давайте, наверное, поговорим по поводу вопросов. Спрашивайте. Итак, друзья, на самом деле пришло очень большое количество вопросов. Я просмотрела. Друзья, был вопрос по поводу, что мы конкретизируем для коробочной версии Bittrex 24. Вы знаете, смотрите, да, в коробочной версии Bittrex 24, например, инструменты CRM-маркетинга появятся чуть-чуть позже. Сейчас они доступны всем владельцам облачного Bittrex 24. Поэтому если у вас коробочная версия и пока еще нет инструментов CRM-маркетинга, ничего страшного, подождите немножко, они скоро появятся. Николай задает вопрос, что лучше, план на отдел или индивидуальные планы? Да, вопрос снят. Индивидуальные планы, безусловно. Друзья, смотрим вопросы. Прослушка звонков с самим менеджером. Работает ли круто? Очень круто работает, да, безусловно. Итак, друзья, есть вопрос по поводу одного из тарифов Bittrex 24, а именно проект плюс. Есть ли в этом тарифе CRM-маркетинг? Да, друзья, в этом тарифе есть CRM-маркетинг. В нем есть определенные ограничения, но тем не менее его инструменты доступны и вы можете его использовать. Примеры, как реклама показывается клиенту. Михаил, реклама показывается клиенту в социальных сетях, например, в таком же виде, как вы публикуете ваши сообщения. То есть Facebook, ВКонтакте, они очень умело маскируют рекламу под сообщения клиентов. Либо же показываются в Google и в Яндексе, например, в виде рекламных баннеров или даже в виде текстовых строчек в электронной почте. Так, про робота мы уже говорили. Минимизация человеческого фактора во взаимоотношениях с клиентами. Да, да, да. На этот вопрос Майя уже ответила индивидуально. Это действительно автоматизация стандартных процессов. Так, как подключиться к общему чату, понятно. Как видеть ответы остальных? Друзья, ответы остальных, к сожалению, вы видеть не можете. Видят, да? Да, я отвечаю на
на вопросы. Если какие-то нюансы, я отвечаю лично. Вообще, я отвечаю в общий чат. Хорошо. Итак, был комментарий по поводу того, что напряжение между продажами и маркетингом – это нормально. На самом деле, да, я согласен. Даже напряжение внутри отдела продаж – это нормально. Это здоровая конкуренция. Но в то же время очень важно, чтобы у них была одна цель, и они работали на выполнение одного плана. Друзья, вот есть конкретный вопрос. Что лучше сделать? Вначале найти руководителя отдела продаж, а потом под него набирать менеджеров? Например, нужно 3 человека – руководитель отдела продаж и 2 продавца. Вы знаете, не критично. То есть лучше, когда вы находите руководителя отдела продаж первым, потому что если у вас его нет, то вам придется контролировать менеджеров самому. Это будет делать либо директор компании, либо ее владелец. Поэтому идеально, когда руководитель отдела продаж появляется первым, но не критично. То есть тут вопрос ваших ресурсов. Да, был замечательный комментарий по поводу того, почему люди выбирали между теми или другими пилотами. Действительно, были уникальные пилоты, которые не делали ничего другого, кроме как падали. И другие пилоты проявили большой опыт там, где был Том Хэнкс, и спасли самолет, посадили его на реку Гудзон в Нью-Йорке. Вот. И, конечно, здесь хочется больше доверять руководителям отдела продаж с сильным опытом. Потому что они не просто так смогли посадить этот самолет. У того героя, которого играл Том Хэнкс, этого пилота звали, по-моему, Гарри Салливан, у него был очень хороший опыт, он работал до этого в военной авиации, и он хорошо мог сажать самолеты даже в критических ситуациях. Друзья, вот вопрос про цен товаров-заменителей. Не совсем понимаю, о чем это. Так, давайте посмотрим, возможно, есть еще вопросы. Да, есть вопросы. Почему в CRM-маркетинге сегментация не дает возможности просмотреть список сегмента? Только общее количество клиентов в этом списке. Знаете, хороший вопрос. У меня нет на него сейчас готового ответа. Я переадресую его нашим продуктологам и буду рад ответить на этот вопрос позже. Алексей, вы можете написать мне просто индивидуально. Хороший вопрос, Николай. Как посчитать сроки прохождения этапов продаж для оценки соответствия стандартам? Вы знаете, нет универсальных сроков, безусловно. Для каждой компании, для каждого бизнеса они свои. Я думаю, лучше всего ставить те эффективные сроки, которые вы уже оценили, что за это время можно качественно обслужить клиента. То есть, если, например, для звонка нужно 20 минут клиенту, ставьте срок именно 20 минут. Не ставьте его 2 дня. Потому что, скорее всего, клиент разочаруется, что ему никто не перезвонил. И он у вас должен находиться в стадии ожидания звонка, например, не более 20 минут. Я думаю, логика здесь понятна. Как поставить первый план продаж, когда создается отдел продаж? Когда создается отдел продаж, и у вас нет еще клиентской базы или нет какой-то истории, по которой вы могли бы оценить ваши прошлые результаты, ставьте больше план по новым клиентам, наверное. То есть попробуйте вот просто спрогнозировать объем входящих лидов, который у вас будет, и примерно прикинуть, какой может быть средний чек и конверсия этих лидов. Но это если вы только начинаете бизнес. Если у вас давно продажи были, но просто не было отдела продаж, используйте, конечно, и ваши ретроспективные данные. То есть данные о выручке предыдущих периодов и анализируйте, откуда приходили эти клиенты, от старых или от новых. Примеры, как делать разные планы продаж BitX24. Друзья, замечательный вопрос. На самом деле сейчас разные планы продаж BitX24 можно ставить только на разные месяцы. Пока. То есть на один месяц вы можете поставить план продаж, например, по сотрудникам, но поставить в течение одного месяца план продаж и по сотрудникам, и по разным направлениям пока еще нельзя. Мы недавно выпустили этот инструмент, мы собираем обратную связь. Если мы увидим, что это массовая потребность рынка, то, скорее всего, мы сделаем возможным ставить несколько разных планов продаж внутри одной компании. Итак, идем дальше. А у нас вниз уже. Если роботы не видят сегменты в Яндекс.Аудитории, как поступать? Вы знаете, хороший вопрос, тоже не готов ответить, потому что это, очевидно, какая-то техническая, может быть, проблема частная. Проверю, бывала ли она у нас, и отпишусь, это Ксения задает этот вопрос. Ксения, кто в компании должен налаживать CRM, маркетинг или отдел продаж? Чудесный вопрос. Я считаю, что ключевым архитектором CRM должен быть, безусловно, руководитель отдела продаж. Но он должен вовлекать сотрудников маркетинга для настройки как раз автоматизации маркетинга и продаж и для настройки CRM-маркетинга. Но ответственность за работу CRM должен нести руководитель отдела продаж. В компаниях, в которых отдел продаж большой, можно даже создавать специальную должность, которая так и называется администратор CRM. Именно этот человек будет отвечать за настройку CRM. Где найти план продаж BitX24? Антон, зайдите в CRM, зайдите на страницу «Старт», и прямо там у вас есть виджет плана продаж. Вы можете настроить его самостоятельно, вы можете поднять его прямо вверх вашего старта. Это наша первая страничка, собственно, в CRM. Да.
то есть на странице старта. Александр задает вопрос. При рассылке e-mail 8000 штук контактов по CRM-маркетингу было написано, что рассылка пойдет за час. Проходят сутки, но только 38% ушло. Оказывается, есть лимит в сутки. Приветствие, добрый вечер, было ошибочно. Александр, спасибо вам большое за комментарий. Проверю насчет лимита в сутки. У нас есть лимит в месяц. О лимите в сутки я, честно говоря, не помню. Нужно проверить эту информацию. Повторю, мы недавно запустили этот инструмент, и могут быть какие-то нюансы. Может быть, это была наша какая-то частная проблема, которую мы просто проверим и исправим. Насколько различны схемы построения плана продаж для опта и розницы? И в целом, сильно ли это отличается от работы отдела продаж в этих направлениях? Безусловно. Безусловно. То есть это касается и продавцов, работающих, например, с дистрибьюторами или с партнерами, и продавцов, работающих с прямыми клиентами. Это касается ритейла, где могут быть розничные продажи и оптовые продажи. То есть лучше всего, чтобы у вас были продавцы с разными специализациями. Те, кто занимается только оптовыми и только розничными продажами. И для этих направлений делать разные воронки в CRM, и для этих воронок настраивать разную автоматизацию. И, соответственно, ставить разные задачи для продавцов. Как поднять мотивацию менеджеров нематериально? Мы, кстати, об этом говорили по поводу... Юрий, спасибо вам за вопрос. Да, нематериальную мотивацию менеджеров можно поднять двумя способами. Первое – духом соревновательности. То есть это различные конкуренции, рейтинги, разные поощрения. Второе – это индивидуальным поощрением, если вы точно знаете, какие факторы нематериальной мотивации лучше влияют. Например, кому-то достаточно просто, чтобы ему при всех поаплодировали. А кому-то нужно, чтобы ему, например... его индивидуально похвалил руководитель, потому что для него не так важно публичное признание, как личное. То есть здесь руководитель отдела продаж должен быть своего рода психологом, понимать психологию своих подчиненных. Какой временный лаг берете для расчета и выставления плана по формуле? Количество лидов за какой период? Юлия, планы продаж, как правило, большинство компаний выставляют на месяц и на год, но бывает и более серьезная детализация, например, до ежедневного. Я рекомендую начать как минимум с обязательных ежемесячных планов продаж, под которые должен быть привязан и план лидогенерации. Как робот понимает, что рекламу надо показывать именно этому лиду или контакту? Или робот запускает рекламу для всех? Татьяна, спасибо вам большое за вопрос. Робот показывает рекламу, точнее он добавляет клиента в рекламную аудиторию только в тот момент, когда клиент попал на стадию. Поэтому на ту или иную стадию воронки продаж. То есть, например, в данный момент действия я сейчас закажу себе, скажем, новую книгу на сайте Манова Новый Фермер. И если бы Манова Новый Фермер использовали Bittrex24 CRM, возможно, они используют другую, робот мог бы добавить меня в какую-то аудиторию и начать мне показывать рекламу вот такой книги. А вы сами определяете, какую аудиторию это показывает? То есть в галочке проставляете в данный момент? Запись будет предоставлена всем участникам вебинара, для тех, кто опоздал к началу. Руководитель отдела, по-вашему, должен сам продавать? Виктория, спасибо за вопрос. Мой ответ – скорее нет, чем да. В небольших компаниях, безусловно, ему приходится продавать. Но в крупных компаниях роль руководителя отдела продаж – это планирование, делегирование, мотивация и контроль. На личные продажи остается меньше времени. Он может подключаться к сделкам, но он не должен отнимать хлеб у своих продавцов и заменять их работу. Такой же вопрос, плюс-минус. Окей. Может ли руководитель отдела продаж являться менеджером? Может, но лучше, чтобы он не был. Может ли роль руководителя отдела продаж выполнять руководитель компании? Видишь, вопрос больной. Да, может, но это тоже не очень хороший вариант, потому что руководитель компании также отвечает за другие ее направления. А руководитель отдела продаж должен быть сфокусирован на главной цели, чтобы компания выполняла и перевыполняла планы по продажам. Поэтому лучше, чтобы это были два разных человека. На данный момент в CRM Bittrex доступна настройка только одного продавца. Отвечал уже на этот вопрос. Пока еще невозможно настраивать оба плана продаж одновременно и по продавцам, и, например, по направлениям. То есть, но можно поставить план в один месяц по разным направлениям сделок и просто привязать продавцов к этим направлениям. Тогда будет понятнее, для кого план. Стоит ли создавать отдельные рекламные кампании для автоматизации их через CRM-маркетинг? Вы знаете, если это не затруднительно, да, то лучше стоит. То есть лучше, чтобы это были рекламные кампании, куда попадают именно сегменты из CRM. В конечном итоге, мне кажется, другие рекламные аудитории даже не понадобятся, потому что рекламу нужно показывать тем, кто есть CRM. Это ваша клиентская база, это ваше взаимодействие. Кирилл тоже спрашивает, лучше менеджер или стратег? Вы знаете, лучше для руководителя генерального директора, лучше стратег, безусловно. Руководитель отдела продаж лучше тактик. То есть человек, умеющий управлять, но на тактическом уровне. Должен ли он иметь опыт продавца? Лучше, но не обязательно.
Слушаю вас и понимаю, что использую возможности Bittrex не на 100%. Как и где обучаете? Елена, отлично, спасибо большое за вопрос. Мы готовим новые курсы по обучению клиентов Bittrex 24. На самом деле наш сегодняшний вебинар – это пилотный проект. Мы будем делать много вебинаров на тему продаж, маркетинга и уже более детально и подробнее будем рассказывать про инструменты Bittrex 24. Также каждую среду у нас проходят вебинары по продукту Bittrex 24. Их проводят наши коллеги Наташа Грихина, Олег Строкатый. Я очень хвалю, очень рекомендую их посмотреть. И записи этих вебинаров доступны на сайте Bittrex 24. Но отдела продаж и отдела маркетинга разные задачи. Продажи – это сегодня, а маркетинг – завтра. Сергей, не соглашусь с вами. На самом деле маркетинг и сегодня тоже. Да, он влияет на завтрашние продажи, но он может обеспечить отделу продаж продажи сегодня с помощью, например, тех же автоматизаций, с помощью CRM-маркетинга. Николай задает вопрос, не совсем понятно, как настроить план продаж нашей CRM. На самом деле, друзья, для этого можно зайти на страницу «Поддержка» и просто написать план продаж. И мы на каждую из каких-то составных функциональностей нашего продукта пишем отдельную статью. Вы увидите или даже просмотрите видео, каким образом сможете настроить план продаж. Екатерина написала, товарозаменитель уводит клиента. Окей, спасибо большое. Предлагает ли команда Bittrex 24 наладить систему CRM в компании? Друзья, да, мы предлагаем. Вы можете на нашем сайте оставить заявку на внедрение. Мы эти заявки передаем нашим партнерам. У нас большая партнерская сеть. И партнеры свяжутся с вами и предложат вам настройку и внедрение CRM. С учетом имеющихся у них опыта и компетенций, вы получите несколько предложений, из которых можете выбрать лучшее. То, которое больше всего вам подойдет и по стоимости, и по компетенции исполнителя. А доступ к маркетингу есть у всех сотрудников, значит, каждый может взять и запустить рассылку. Разделение по правам будет, Андрей, обязательно. То есть не смогут, например, менеджеры по продажам самостоятельно настраивать рассылки. Безусловно, будет разграничение по правам. А как подсчитать сроки в Битриксе? Николай немножко не понял вопрос, если можно, детализируйте. Как спрогнозировать результаты, если продажи и маркетинг на одном человеке? Елена, на самом деле не так важно, один человек или сто. Важно, с какой клиентской базой работает ваша компания. Оценивать нужно клиентскую базу. Как мотивировать руководителя отдела продаж, я увидел, был вопрос. Друзья, для мотивации руководителя отдела продаж лучше всего это ориентировать его на хорошие бонусы при перевыполнении плана. Само выполнение плана должно являться нормой. То есть лучше, чтобы он получал какую-то хорошую фиксированную зарплату за выполнение плана. Может быть коррекция в случае, если план не выполнен, и хороший большой бонус, если план перевыполнен, причем там может быть идти различная градация. То есть ни в коем случае нельзя привязывать руководителя отдела продаж просто бонусом к выручке или к обороту. Потому что даже при недостижении плана он может хорошо себя чувствовать. А владельцам бизнеса нужно, чтобы он стремился достичь планов продаж. Предлагает ли команда? Я ответил на этот вопрос. Ответил на этот вопрос. Друзья, отлично, мы почти заканчиваем. Есть еще вопросы. Как повысить план продаж в юридической компании и перевыполнить его? Ксения, не поверите, но совсем недавно мы беседовали с юридической компанией, помогли им внедрить Bittrex 24, и они для себя нашли новые точки роста с помощью коммуникации своим сотрудникам. В первую очередь, повторных продаж или апселла. То есть с помощью различных спрос, например, CRM-маркетинга, можно делать новые предложения клиентам, и, возможно, они не знают о всех возможностях вашей юридической компании. А также банально собирать долги, потому что очень часто клиенты не всегда рассчитываются вовремя, CRM позволяет контролировать оплаты в том числе. Отличный вопрос Екатерина задает. Большая база спящих клиентов. Значит, при подключении роботов менеджеры были засыпаны оповещениями и перестали реагировать на оповещения. Как наказывать менеджеров? Друзья, это очень важный вопрос. Менеджеры обязаны реагировать на оповещения в CRM. Менеджеры должны строить свою работу так, чтобы CRM подсказывала им, что делать. И если у них загораются в CRM красные счетчики, это знак, что он что-то сделал не вовремя или просто не сделал. Я думаю, самый лучший способ мотивации – это поощрение менеджеров, у которых к концу дня или месяца просто нет горящих красных счетчиков в CRM, либо же, возможно, какое-то наказание тех, у кого эти красные счетчики горят постоянно. Так. Следующий вопрос. Как в маркетинге ввести название, от кого отправляется? Друзья, на самом деле, как вам будет удобнее? То есть вы можете указать конкретного отправителя, вы можете указать компанию. Нет какого-то стандартного ответа, от кого лучше прочитать письмо. Какая конверсия юридических услуг может считаться нормальной? Сложный вопрос, Ксения, потому что не совсем понятно, конверсия из посетителей сайта или, например, из тех, кто заходит в ваш салон. Но мне кажется, что в бизнесе в сфере услуг конверсия, которая измеряется, например,
от посетителей ниже 5%, это не вполне нормально, что-то идет не так. Конверсия в 50% – это какое-то чудо. Это значит, что ваша компания делает просто феноменальные успехи. Но сложно так навскидку сразу сказать. Как мотивировать? Ответил на этот вопрос. Так, руководитель отдела продаж не должен делать планы менеджерам. Должен. Как посчитать реальное время работы по каждому этапу продаж? Николай, спасибо. Очень хороший вопрос. На самом деле можно делать это с помощью задач Bittrex24. А там есть диаграмма Ганта, например. Если мы говорим конкретно о времени прохождения стадий, то можно просто анализировать отдельно взятые сделки и смотреть на время их прохождения между тем или иным этапом. Можно настраивать уведомления, при которых всегда будут приходить уведомления, если сделка задержалась на стадии, и по количеству уведомлений понять, насколько вообще долго было. А как повысить выручку в ортопедическом салоне? Виктория, с помощью Bittrex24. На самом деле, настраивайте автоматизацию продаж. То есть, чтобы ваши клиенты, которые приходят в ваш салон или на ваш сайт, не уходили от вас без каких-то дополнительных напоминаний о вас, уведомлений, специальных предложений. Продолжайте общаться с вашими клиентами с помощью средств автоматизации, которые включены в CRM, или с помощью CRM-маркетинга. Чем чаще вы будете напоминать о себе и делать им какие-то релевантные целевые предложения, тем больше шансов, что они будут покупать у вас снова и снова. А Николай задает вопрос, как составить KPI. На самом деле вопрос, на который не ответишь за одну минуту, я думаю, мы сможем пообщаться об этом, возможно, в рамках другого семинара, потому что мы будем говорить о вознаграждении менеджеров по продажам. Как мотивировать всех, Юлия задает вопрос, как мотивировать на закрытие всех задач в срок менеджеров, если компания работает в разных программах, и кроме отдела продаж и маркетинга, другие отделы не мотивированы. Друзья, идеальный вариант – это перевести всех сотрудников в единую платформу. В этом смысле Bittrex24 позволяет работать всей компании в рамках единого программного продукта, потому что кроме CRM и блока маркетинга, в ней есть и управление задачами, и рабочим временем, и внутренние коммуникации. И мы знаем огромное количество наших клиентов, которые используют Bittrex24 не только для продаж. Поэтому самый лучший способ объединить сотрудников – это объединить их в рамках одной платформы. Вопросы закончились. Да, друзья, мы постарались ответить практически на все вопросы. Я допускаю, что мы могли пропустить что-то. И поэтому, пожалуйста, если вы задавали вопрос, но не получили ответа на него, напишите мне письмо по электронной почте, и я с удовольствием вам отвечу. А закончить наш вебинар я хочу новостью для тех клиентов, которые еще не являются владельцами платного Bittrex24. Друзья, в понедельник, 29 января, загляните на наш сайт bittrex24.ru. Для российских клиентов мы делаем акцию «Киберпонедельник», там будет много интересных предложений. Если же вы уже владельцы Bittrex24, то мы рекомендуем вам потестируйте инструменты CRM-маркетинга, поставьте планы продаж для ваших продавцов и, конечно же, добивайтесь их выполнения. Как мы уже говорили, запись этого вебинара она будет доступна всем. По его завершению все зарегистрировавшиеся участники, кто посетил вебинар, получат письмо со ссылкой на запись вебинара. И задают нам еще вопросы, есть ли интеграция Bittrex24 с контуром бухгалтерия. Я не знаю точно, нужно посмотреть в нашем marketplace. Предполагаю, что есть, потому что у нас есть большое количество приложений для интеграции с другими сервисами. И отвечу на последний вопрос, который поставила Мария. Если мотивация руководителя отдела продаж завязана на выполнение плана менеджерами? Он может поставить заниженный план своим сотрудникам, чтобы получить по итогам месяца свой бонус. Конечно, этого ни в коем случае нельзя допускать. Конечно, план руководителю отдела продаж должен спускать его руководитель, генеральный директор. Либо, если руководитель отдела продаж сформировал план, он должен защитить его у своего руководителя. Я знаю чаще другие ситуации. Для того, чтобы план продаж был выполнен, руководитель отдела продаж перестраховывается и назначает менеджерам более высокие планы, для того, чтобы они постарались добиться их. Я не поощряю эту тактику, но она работает, и я видел много примеров, когда это срабатывает хорошо для бизнеса компании. Друзья, если вы еще с нами в вебинаре, мы с Майей будем очень благодарны вам за вашу обратную связь. Если эта информация была полезна вам, поставьте, пожалуйста, например, оценку по 5-бальной системе. Если совсем бесполезно, ставьте нам кол. Если полезно, ставьте 5. Если хорошо, но есть что улучшать, ставьте 4. Мы собираем обратную связь для того, чтобы делать вебинары Академии продаж Bittrex24 все лучше и лучше. Напомню, сегодня первый вебинар. Да. И, естественно, мы будем делать их регулярно. Пока мы планируем каждые 2 недели. Поэтому следующий вебинар у нас состоится в начале февраля. 8. Да, мы пригласим всех участников сегодняшнего вебинара отдельно. И вам очень благодарны за обратную связь. Друзья, спасибо большое за то, что вы были с нами. Нам очень было приятно общаться с вами на протяжении этого часа. На самом деле мы даже перескочили за него. Вот, очень вам благодарны и до новых встреч в эфире.